Приветствую вас, Александр. Значит, смотрите, по вашему тексту получается, что 8 лет вы живете с нарушенной сексуальной жизнью. Ну, после того, как ваша жена к вам охладела. Ну, в результате рождения ребенка. И, вы знаете, вот есть такой, на мой взгляд, важный момент, что вы 8 лет терпели эту ситуацию. 8 лет вы терпели. 8 лет вы жили в, ну вот, при таком раскладе. Были с ней ласковы. Пытались, я так полагаю, ей угодить и прочее, прочее, прочее. Что изменилось, собственно, сейчас? Ведь очевидно, что что-то изменилось. Очевидно, что что-то произошло, что побудило вас написать вопрос сюда, что побудило вас как-то задуматься над тем, что будет дальше. Вот. Сразу тревогу вы не били. То есть ощущение, что вы не уверены в себе. Есть ощущение, что вы не готовы отстаивать свою точку зрения. Есть ощущение, что вы не готовы, ну, как-то брать дело, допустим, в свои руки, да, есть ощущение, что вы, может быть, сомневаетесь даже в, ну, в себе, вот в том, что вот, насколько правильно вы поступаете, к примеру, и так далее. То есть, есть у меня такое ощущение. И вряд ли можно данный аспект игнорировать. Поэтому сначала я бы вам рекомендовал бы вот именно с этой историей определиться. Вот. Для начала определиться с тем, как вы оказались в этой ситуации, почему вы терпели эту ситуацию. Вот. Ну, не хочет, к примеру, жена секса, ну, что поделать, да, то есть, как бы, но вы-то почему должны из-за этого страдать? То есть, как бы, почему отказываетесь от секса сама, она считает, что и вы тоже должны от этого отказываться. То есть это вот то, что нужно прояснить, да, то есть не заставлять заниматься сексом ее, а просто говорить откровенно о том, что хотите вы. Вот. Мне кажется, это более чем справедливо для вас. И более чем адекватно, ну, по отношению, например, к ней. Вот. Теперь все касается ее. А, то есть тут вам нужно разобраться, как вы оказались в этой ситуации, почему, что изменилось сейчас,
что вы хотите, то есть, чтобы что, да, то есть, если вы свою жену любите, то нужно просто эту проблему, ну, как бы вынести на обсуждение, сказать, что, дорогая, я тебя тоже очень люблю, но я так не могу, например, так жить, не хочу так жить, вот, либо мы с этим разбираемся, либо, соответственно, я прошу тебя там, то есть, к примеру, удовлетворять мои, допустим, потребности, просто потому что я имею на это право, как твой муж. Вот. Что касается жены, то здесь, я полагаю, очень похоже на то, что ей просто нужен был ребенок. Вот очень похоже на тот, ей брату нужен был ребенок. То есть она ребенка родила, все, ей как больше ничего не нужно. Это следствие, это свидетельство о неких проблемах в понимании ею своей женской роли, в том числе. Вот. Это страх некий, это запреты определенные. То есть ей нужна помощь. Ей нужна помощь в разрешении этой проблемы. Вот. Если не ради нее самой, да, то хотя бы ради вас. Вот. Если она этого не делает, то значит, ну, ее любовь как бы под вопросом, потому что вас это делает несчастным. Ну и, в принципе, любого человека это сделало бы объективно несчастным. Вот. Возможно. А вы перестали ее возбуждать в силу ряда причин каких-то. Вот, ну, например, то, что вы с ней слишком ласковы, может быть, ей нравится, когда мужчина такой более грубый и так далее. То есть тут вот опять же нужно смотреть, что происходит вообще, да? Ну вот, и так далее. Ну и последнее, что, наверное, хочется сказать, да, это то, что фригидных женщин не бывает. Вот. Была женщина, которая в себе это подавили. Вот, в принципе, так. То есть вот так примерно можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Семья — это система, и очевидно, что, ну, вот вашим поведение, что-то не так, очевидно, и это требует, конечно, корректирования, безусловно. Вопрос заключается в том, хотите ли вы этого, хотите ли вы заниматься корректно. Вот. Идеальный вариант, идеальный расклад — это если вы и ваша жена обратитесь оба к психологу и поработаете с ним. То есть просто вот обозначите проблему и так далее. То есть для начала просто вот на таком чисто вот уровне взаимодействия. То есть вот есть человек, которого, к примеру, я люблю, но я не хочу с ним заниматься сексом, и я не хочу ему удовлетворять, как бы, сексуально.
Вот. Ну, это не может не вызывать вопросы. Конечно же. Это абсолютно нормально, что это вызывает вопросы. Вот. И вопрос, ну, как бы. Так что вот, что жена ваша по этому поводу думает? Да. И как она видит в этом, например, вашу роль, как она видит в этом ваше будущее, вот. Как она сама себе отвечает на вопрос о том, почему вы должны быть без секса из-за того, что она не хочет секса. Как вы это воспринимаете, к примеру? Вот. Это вот то, что нужно исследовать при наличии желания с вашей стороны и с ее. Какого-то такого готового решения прямо нет и быть не может, потому что, ну, я понимаю, что вы любите и так далее, да, я понимаю, что вы не хотите с ней разводиться, вот, я отдаю себе в этом отчет, поэтому, как бы, здесь, ну, вот такой момент. Вот. Так что вот так вот вам можно ответить на вопрос. Ради детей жертвовать собой, своим счастьем, вот, ни в коем случае не стоит, ничего хорошего из этого не выйдет. Не будут жертвовать дети, не будете счастливы вы, вот, никто счастлив не будет. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.